Туроператор Lodestar City, ваш Кавказ, рад приветствовать вас на нашем однодневном экскурсионном маршруте номер 1-1 на Сулакский каньон. В нем вы проедетесь по красивейшему Буйнакскому перевалу, посетите Черкесское водохранилище, так называемое море в горах, насладитесь видами Сулакского каньона с высоты птичьего полета со смотровой площадки Дубки, посетите экотуркомплекс «Главрыба», и, конечно же, пройдетесь по песчаным дюнам Бархана Сарыкум. Черкесское водохранилище – самый крупный водоем Северного Кавказа. Располагается он на реке Сулак. Водохранилище находится на расстоянии 140 километров от места слияния этого водного потока и Каспийского моря. Дата основания приходится на 1974 год. При создании было затоплено несколько близлежащих сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов – аул Черкей и специальный поселок строителей гидроэлектростанции Дубки. Водохранилище расположено высоко в горах. В настоящее время объект предназначается для удовлетворения энергетических потребностей, а также для промышленного водоснабжения населенных пунктов Дагестана. В том числе используется в целях орошения сельскохозяйственных угодий. Большим спросом как среди туристов, так и среди местных жителей пользуются прогулки на катере по Черкесскому водохранилищу и рыбалка. Смотровая площадка Дубки. Обзор на Сулакский каньон. Глубина достигает 1920 метров. Обзорная территория в поселке Дубки площадью 100 квадратных метров была обустроена за счет внебюджетных средств. Рабочие прорубили в скале лестницу, установили поручни, залили основание площадки и декорировали ее местным горным камнем. Обеспечение безопасности на любом маршруте – одна из главных составляющих путешествий по Дагестану, потому как большинство туристических маршрутов проходит по высокогорным районам. Открытие этой смотровой площадки в первую очередь направлено на то, чтобы обзор Сулакского каньона стал безопасным, чтобы у туристов возникало не чувство страха, а наслаждение и восхищение от увиденного. Сулакский каньон – каньон на территории России в долине реки Сулак. Глубочайший каньон Европы. Протяженность каньона составляет 53 километра. Глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США и на 620 метров глубже каньона реки Тара. Сулакский каньон – одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана. Он протянулся на десятки километров к северу от Гемринского хребта, где берет свое начало река Сулак. Когда-то ее воды будто источили прочные горные породы, отделив Гемринские и Салатавские хребты друг от друга. Между ними образовалось величественное ущелье. Ученые и туристы небезосновательно сравнивают его со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо. Существенно уступая ему в длине, Сулакский каньон чуть глубже Колорадского и уж точно не менее живописен. Узкая долина реки Сулак состоит из нескольких каньонов, отделенных друг от друга уступами и террасами. Самый большой из них протянулся на 18 километров, при этом его ширина составляет всего 3,5 километра. Вслед за главным вниз по течению реки идут Черкесский и Миатлинский каньоны. Некогда в окрестностях Сулакского каньона проходили важные события времен Кавказской войны. В те годы здесь побывали Лермонтов, Толстой и другие великие русские литераторы. Однако сегодня это ущелье не несет в себе практически никакой исторической ценности. Его главная достопримечательность – живописнейшие пейзажи, свежий воздух и, конечно же, чистейшая бирюзовая вода. Следующее место для посещения – это место для культурного отдыха всей семьей вдали от городской суеты – экотуркомплекс «Главрыба», который находится на берегу бирюзовой реки Сулак в селе Пионерный. Вы получите массу позитивных эмоций, заряд бодрости, отведаете свежевыловленной форели. Любители активного отдыха могут сплавиться на бодарках по реке Сулак или прокатиться на гидроциклах и катерах. Все началось с небольшого коптильного цеха, в котором производили замечательные рыбные деликатесы.
Осознавая туристический потенциал местности, было построено несколько водопадов внутри комплекса. Организовано рыбное хозяйство по выращиванию радужной форели. Со временем туристы начали агрессивное нашествие на комплекс. На территории стали проводить экскурсии. Был построен ресторан на сотню людей. Администрация комплекса организовала рыбалку, прогулки на водном транспорте. Планируется строительство детской площадки и гостиницы. Бархан-Сарыкум, что означает «желтый песок», является самым большим песчаным барханом в Евразии. Расположен в Кумтаркалинском районе в Дагестане. Это один из крупнейших песчаных дюн в Евразии. Дюна находится на охраняемой территории в составе дагестанского заповедника. Песок был принесен сюда водой более 10 тысяч лет назад, а внешний вид бархана сформировался около 4 тысяч лет назад. Даже если вы никогда не были на Бархане-Сарыкуме, фантастический пейзаж вам знаком по фильму «Белое солнце пустыни». Да-да, он снимался именно там. Дюна расположена примерно в 18 километрах к северу-западу от Махачкалы. Сарыкум является высокой дюной сарыкумских барханов, которая простирается ниже северных склонов хребта Нарат-Тюбе. Сарыкумская дюна очень старая, имея длину приблизительно 3 километра и площадью 1175 гектар. Высота самой высокой вершины может варьироваться от 213 метров до 262 метров. Ждем вас на нашем маршруте 1.1 экскурсия на Сулакский каньон.